Всем привет, мои дорогие друзья, меня зовут Ярик Лапа, и мы дальше смотрим дополнение для Майнкрафт. Сегодня я покажу вам мод, который добавит много-много голов. Эти головы можно носить. Да, такой вот мод, ребята, добавляет головы, которые можно носить, прикалываться. И вообще, если честно, это крутотенько. Выглядит просто это все прикольно. Действительно, что очень даже прикольно. Давайте посмотрим на несколько вариантов. Значит так, что у нас есть? Первая голова — это у нас Эндер Дракон. Ну что ж, поехали. Не, ну я не знаю, ну как классно сделан этот простой мод. Просто одеваешь голову моба. И все. Не нужно никакой больше там, не знаю, скин делать. Стандартный какой есть у тебя скин, пусть будет. Но зато голова у тебя будет какого-то необычного моба. Также есть здесь головы всяких зарубежных ютуберов. Тоже, между прочим, очень неплохо. Смотрим дальше. Голова ведьмы. Не, ну это, конечно, да. Да, прикольно, прикольно. Действительно, что прикольно. Я с головой ведьмы. Нормально, нормально. Хорошо, давайте дальше смотрим. Это у нас, конечно же, коробочка. Такая вот коробочка. Ух-ху-ху. Ладно, хорошо, смотрим дальше. Это голова летучей мыши. Маленькая-прималенькая голова летучей мыши. Я не знаю, как супер-дупер качок летучая мышь. Да, и такое здесь есть. И такое здесь есть. Так, забираем и давайте посмотрим дальше. Это у нас Человек-паук. Лапа-паук. Как-то так. Да! Так. Следующая голова — это у нас, конечно же, голова волчонка. Тоже хорошо. Следующая голова — это у нас Эндермена. Эндермена, голова Эндермена у меня. Это тоже. Да вообще все головы прикольные. Лучше, чем стандартная или ваша, которая уже, ну, приелась так себе на деле. И реально можно поприкалываться. Так, ну и, конечно же, жителя, ну как без этого? Такой, ха, лысенький чувак, носатый, носатый. Подожди, я носатый? Нет, обратно. Так, ну и, конечно же, спрут, это тоже должно быть хорошая такая большая, солидная голова. Да. Ну мы ее оставим, прикольная такая. Так, ну давайте быстренько пробежимся по тем головам, которые здесь есть. Между прочим, они дропаются случайно. Ну, такие вот вещицы. Так, смотрим. Много-много-много всяких прикольных голов, всяких мобов. Это вообще круто выглядит. Такая большая-большая голова. Маленькие-маленькие всякие. Очень-при-очень маленькие. Такие вот различные ведьмы-шмедьмы. Даже есть ну, курица, это тоже прикольно. Так, вот такая вот есть Эндер, всякие свинки, пауки и, конечно же, различные коровки. Да, много-премного различных голов. Ну и, конечно же, давайте к первой. Это у нас зарубежный, короче, ютубер, очень известный. И таких голов тоже есть много. Но показывать, думаю, нет смысла. Были бы это наши ютуберы, было бы, конечно, намного интереснее. Но все же, головы, которые можно надевать, это крутотенько. Спасибо огромное за просмотр, за подписку и лайки. До новых встреч!